Соединить и разъединить цельные кольца, сделать из двух веревок одну или потушить огонь о пиджак и не прижечь его. Этим иллюзорным премудростям обучали химчан на встрече по интересам. Провел ее фокусник Игорь Шалагинов. Я вот так буду их листать, вот скажете, сколько. Сам удивляюсь. После небольшой демонстрации разъяснение каждого фокуса, а потом непосредственное обучение. Встречи по интересам в Химках проходят практически ежедневно. О месте и времени проведения очередного мероприятия можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.